Друзья мои, всем привет, с вами компания Пандавой. Сегодня мы находимся в Шэньчжэне на маленькой, скажем так, выставке, домашней такой, где представлены некоторые автодома. И здесь же представлена Armored Edition пикапа Chang'an Hunter. Ну, скажем так, это у нас не финальная версия, это вариант, как она будет выглядеть в финале. Внедорожная резина здесь, да? Есть лебедка, есть вот такие мощные крюки, багажник на крыше и есть усиленный кузов. Квадрокоптер в комплекте не идет с ним. Квадрокоптер докупаете отдельно. Есть также вариант коммерческого использования автомобиля Chang'an Hunter. Вот такой вот вариант, где вы в промышленных целях используете свой пикап. Кунг у нас, да, идет с крышей с такой. И здесь вы можете сделать все, что угодно. Например, вот как нам показывают на видео, используют его для откачки каких-то вод. Некоторые уже планировали использовать такие пикапы для подзарядки других автомобилей. То есть как сервис такой. Вы устанавливаете сюда батареи и, соответственно, выезжаете к севшим автомобилям и заряжаете их. 1,40 м примерно кузов. Для кого такой кузов маловат, можно взять вот такую версию. Здесь, ребят, у нас уже удлиненная база, как мы рассказывали это в ролике. И здесь стоят рессоры. То есть на него можно уже больше загружать всего, да? Укороченная кабина и, соответственно, кузов становится вот такой огромный. Так, давайте примерно замерим, сколько у нас от края базы. 2,6 метра. То есть, в принципе, можно сюда разместить просто какую-то большую-большую такую станцию какую-то, да, рабочую. Ну и, ребят, самое интересное, что на базе этого пикапа вы можете построить свой автодом. Вот так это будет все выглядеть. Вот такая большая конструкция. Представляете, это всего лишь обычный пикап. Здесь у нас полноценная кабина, но при желании вы можете использовать вот такой вот кузов, да, и поставить для себя какой-то более емкий, большой автодом. Батарейка здесь стоит та же самая, как и у обычного Chang'an Hunter, 31 кВт-час. Соответственно, все здесь подпитывается, все есть. Давайте заглянем внутрь. Этот у нас автодом выполнен на обычной версии, неудлиненной. Здесь сверху у нас увеличилось пространство, и за счет этого получилось вот такое спальное место. Здесь зона отдыха. И тут у нас, соответственно, уже кабина начинается. Как я сказал, что можно взять удлиненную версию с обрезанной кабиной, и тогда пространство это будет у вас больше. Есть санузел и небольшой душ. Танки воды здесь на 110 литров чистой воды и на 50 бак с грязной водой. Кстати, система водоснабжения рассчитана на температуры до минус 20 градусов. Здесь у нас вот такая вот утепленная часть есть, да? То есть, в принципе, как сам производитель говорит, до минус 20 здесь вполне комфортно находиться. Шкафчики, которые вы можете модернизировать под себя, наполнить их чем-то. Максимальный вес, который можно здесь перевозить, 100 кг. Есть у нас тут тоже проектор, обратите внимание. Лежите на спальном месте и смотрите кино. В отличие от других автодомов, которые представлены на этой выставке, это непосредственно производится на фабрике Chang'an. Конструкция, разработанная заводом-производителем, который выпускает Chang'an Hunter. Для тех, кто не смотрел наш обзор и кому лень нажимать на ссылочку, напомню, что это последовательный гибрид. Здесь нету коробки передач как таковой, на которую у многих были нарекания в бензиновой версии этой машины. То есть здесь у нас батарейка, есть генератор. Генератор причем мощный, на 100 кВт. Поэтому, ребят, я думаю, что стоит рассмотреть этот пикап к покупке. Поехали дальше смотреть, что еще тут есть. Мы тут подошли к единственному на этой выставке автодому, двухэтажному. Посмотрите, сверху, а? Красота какая. Сейчас попросили владельца, чтобы он открыл его, и зайдем, посмотрим, что же находится внутри. А пока он открывает, хотелось бы рассказать вам о том, что вот такие вот боксы, их можно устанавливать на любую платформу. Сейчас он выполнен на базе автомобиля C-Track, но вы можете заказать под свой какой-то автомобиль. И самое важное, что с Китая можно отправлять их отдельно. Вот такой бокс сделать под ваш автомобиль и отправить его в Россию, например. Как и это у многих автодомов уже есть, лестница складывающаяся. Да? Здесь у нас пульт управления с паролем, чтобы всякие хулиганы не залезли к вам в ваш домик. Здесь что у нас? Доступ к септику, наверное, да? Да. Сзади, ребят, два больших шкафа.
у нас для хранения различных вещей. Вон. И вот здесь большое, огромное запасное колесо. Как его отсюда доставать, если у вас там вдруг пробилось что-то? Я не знаю. Ну, скинуть как-то его. Ты просто это все опускаешь вниз, и все. Просто опускаешь вниз. Точно. Действительно, гидравлика, все опустили вниз, заменили. Здесь же велосипед, мотоцикл, пожалуйста, разместили, поехали. Тут розетки, смотри. Зарядка, пожалуйста. Здесь у нас получается наполнение воды, да? И здесь тоже доступ к питьевой, к мытьевой воде. Нам открыли специально этот большой автодом. Сейчас полезем на второй этаж, правда, я пока не знаю, где. А, вот она, лестница. Давайте посмотрим, что здесь. Гостиная просторная, смотрите, сколько здесь можно. 4 человека разместить. Кухня, о, а здесь прям как этот, как в самолете, знаете? Самолетные приборы, тумблеры, ага. Микроволновочка, пожалуйста. Раковина, плитка. Куча различных полочек. Поворачивается, открывается. Все, чтобы в дороге само не открылось. Кондиционер, туалет, душевая. Еще машинка стиральная, смотри. 2 холодильника, 1, 2. Я, кстати, заметил, что они, да, они прям любят по 2 холодильника делать. Вау! Это вот так вот здесь все превращается, у нас стол превращается в кровать. Нижняя часть тоже может разложиться, превратиться в спальное место. Телескопическая ножка, она опускается, и, соответственно, вот такими матрасиками вы здесь выкладываете спальное место. 2,17. Нормально, слушай, я помещусь спокойно. А верхняя спальня 2 метра. И самое интересное, для чего мы зашли в этот автодом, это, конечно же, второй этаж. Потому что снаружи он выглядит просто космически. Аккуратненько вот так пробираемся. Так, ребята, и мы сейчас находимся в самой верхней точке этой выставки. Выше всех. Антоха, смотри, какая красота. Вот это классно прям. То есть в дороге ты вот это все это опустил, всю эту красоту, крышу. А прикинь, ты приехал на берег моря. Тут там коктейльчики. Представляем, да, что мы сейчас в лагере кемперов. И мы выше всех. Вот они. Они все здесь. А мы сверху такие. Наблюдаем. У кого что. Ну и самая интересная цена, ребят. Вся эта конструкция вместе с грузовиком 1 380 000 юаней. Недешево. Если вам нужен отдельный бокс, то он будет стоить примерно в районе 800 000 юаней. Тоже недешево. Но опять же, все зависит от того, что вам нужно конкретно. Нужен ли вам второй уровень? Нужна ли вам вот эта конструкция сзади с гидравликой? То есть все, конечно же, просчитывается отдельно. А если нужно что-то попроще, то, пожалуйста, вот 580 000, полностью вся конструкция. Это уже поменьше, да? Такой автодом. Давайте посмотрим, что там есть. Рабочий столик, пожалуйста. Доступ к кабине. Опять же, 2 холодильника. Причем холодильники выполнены в таком же стиле. Умывальник, рабочая поверхность, плитка, микроволновка, телевизор, кондиционер и вот такое спальное место, полуторка, санузел и душевая кабинка. Друзья, если вы считаете, что 1 380 000 юаней за автодом это дорого, то встречайте, 8 888 888 юаней, и все это добро вам доступно за такую стоимость. Что сюда входит, да бог его знает. Это очень дорого. Это очень массивно. Мне кажется, даже на какое-нибудь бронированное, что-нибудь в этом роде. Ну, в общем, страшно дорого и страшно красиво. К сожалению, внутрь попасть нельзя. Но, ребят, если у вас есть такие денежки и вы готовы за это заплатить, мы для вас снимем обзор. Также за 2 990 000 юаней вы можете приобрести лакшери автодом на базе Мерседеса. Давайте посмотрим, что там есть на самом деле, стоит ли она того. Сразу нам в глаза бросается вот такое вот кресло с массажами,
с обдувами и тому подобное, Zero Gravity. Холодильнички, шкафчики, все это присутствует. Просторный туалет. Сам встречает, открывает. Кухонька. В общем, выполнено, конечно, все стильно, но по мне-то как-то пошловато. Это все, значит, превращается в кровать. И также можете опустить второй ярус и сделать кровать. А что у нас здесь? Окошечко. Алексей, а куда вы спрятались? Ну что, как тебе? Берем? Переоценено. В общем, здесь два яруса, да, кроватей. Вы можете спать как на первом, так и на втором. Если вас много, то тогда получается, можете опустить и для детишек. Всего сюда помещается 6 человек. Также есть бюджетные варианты. К примеру, этот автодом на базе Фотона стоит 148 тысяч юаней. Да, машинка простенькая, на механике, двигатели так себе. Но вы, опять же, все это можете модернизировать. Главное здесь это коробка. Значит, она расширяемая. Вы можете крышу, значит, опустить при передвижении от одной стоянки к другой. Есть, значит, москитная сетка. Спальных мест здесь очень много. Индивидуальное раз место, два места, три места. Также это все можно соединить. Собственно, все очень простенько. Нет у вас здесь душевой кабины, нету туалета. Есть холодильник. Здесь, значит, у нас печка. Здесь умывальничек у нас стоит. Ну и хорошим бонусом, плюсом является это балкон, ребята. Интересное решение, значит, они придумали. Балкон. Здесь калиточка, она открывается. В принципе, можете здесь выходить, заходить. Очень удобно. Откидной столик. Можете гонять чаи. 148 тысяч юаней. Но, наверное, это не очень дорого. Опять же, такие модульные боксы вы можете покупать отдельно. Устанавливать это на газели, не знаю, там, на какие-нибудь длиннобазовые Нивы, возможно, там, если как-то получится все это сделать. В общем, не обязательно из Китая вам везти целиком шасси. Вы можете просто покупать боксы. Также есть вот такие вот расширяемые автодома. В данном случае на базе Ивека сделанный он. В две стороны расширяются у него части, да, тем самым увеличивая спальное место. И здесь у нас зона отдыха. Сейчас посмотрим на него. Вот это место у нас расширилось. И за счет этого получилось такое большое пространство здесь. Соответственно, зона отдыха. Тут спальное место, также расширяемое. Такой автодом мы уже отправляли. У нас на канале есть обзор. Для тех, кому интересно, можете посмотреть. Ссылочку оставлю в описании. Стиральная машина, кладовка, туалет и душевая. Слушайте, очень уютный такой автодом. И, в принципе, приемлемая стоимость. 548 тысяч юаней. Очень хорошо. Слушайте, и здесь спальное место тоже спереди. Ну, вот это вот прям, мне кажется, идеальный вариант. Ну, а если вы не хотите покупать отдельный автомобиль автодом, то, пожалуйста, можно купить вот такой вот прицеп автодом. Вес его 1300 килограмм. То есть, в принципе, его потянет даже Zeekr 001, модернизированный, о котором мы снимали в этом ролике обзор. Посмотрите, пожалуйста. Цепляете его и выезжаете на природу. Давайте посмотрим, что здесь есть. Стоимость его 133 тысячи юаней в Китае. Интересная кухня выездная, да, то есть она находится снаружи. Есть навес и есть два спальных места даже. Давайте посмотрим. Передняя часть расширяемая. Двум людям можно комфортно разместиться. И, соответственно, вот у нас такое большое спальное место здесь. Крыша расширяемая, крыша поднимается вверх. Здесь есть душевая. Душевая с подъемной крышей. Туалета здесь нет у нас. И здесь сумка-холодильник. И вот так он будет выглядеть у вас в сложном состоянии для перевозки. Готовый для перевозки. Этот автодом, если так можно назвать его, предназначен для северных регионов. Ну, по заявлению производителя. По вашим требованиям его можно модернизировать. Но уже сейчас здесь есть генератор, есть печка, есть батарейка на 2,8 кВт и есть солнечная панель. Генератор дизельный. Ребят, на самом деле тема автодомов, она такая очень большая, глобальная. И, конечно же, зависит от многих факторов. Но прежде всего от вашего желания. Что конкретно вы хотите от своего автодома? В Китае эта тема очень сильно развита. Они делают автодома из всего. Либо вот с таких вот больших грузовиков, или же вот обычный минивэн. Что там минивэн? Они даже умудряются сделать из Wuling мини автодом.
Поэтому здесь они делают это легко, быстро, просто. Ну а если вас интересует эта тема, напишите нашим менеджерам ваше желание, и мы постараемся помочь вам в этом. А с вами была компания «Пандавэй» из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.